Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас. Мы рады приветствовать вас в нашем магазине «Дистиллярус», который находится на первом этаже торгового центра 38 метров. 17 километр внешней стороны МКАД в районе Капотни. Вы видели аппараты, кубы, это луноходики наши, медные кубы с прямым нагревом из 2-миллиметровой меди, 50-30 литров. Все это вы видели. Суперкуб «Дистиллярус», сделанный на его основе бюджетный ПВК, полтинничек. Значит, скоро мы вам покажем, как на базе бюджетного ПВК 50 литров, как собирается аппарат двойной дистилляции. Шлем, рядышком колонна, то есть такой мини Арнольд Хольштейн. Сегодня я вам хочу показать то, чего вы еще не видели. Это суперкуб «Дистиллярус» объемом 100 литров. Посмотрите, вот рядом для сравнения стоит полтинничек, суперкуб «Дистиллярус» объемом 50 литров в термоизоляции. Она снимается. Так. А вот посмотрите, это то, чего вы не видели, 100-литровый суперкуб «Дистиллярус», вот 100 литров прямо вот под горлышко. Объем 100 литров. Точно так же на базе этого 100-литрового суперкуба «Дистиллярус» будет скоро появится бюджетный ПВК 100-литровый. Он будет, вот если говорить о его размерах, ну вот посмотрите, вот 50-литровый суперкуб «Дистиллярус», вот бюджетный ПВК полтинник. Соответственно, вот 100-литровый суперкуб «Дистиллярус». Ну и вот вы можете представить, какие будут габариты у 100-литрового бюджетного ПВК, который сейчас у нас проходит фактически финальную часть заводских испытаний. И, соответственно, на нем тоже можно будет собрать аппарат двойной дистилляции со шлемом, с колонной. Скоро мы вам все это покажем. Вот такие новинки ждут рынок в 2018 году. Скажу вам сразу, таких аппаратов двойной дистилляции рынок еще не видел. Соотношение цены-качества будет лучшим в мире. С чем я вас и поздравляю. Оставайтесь с нами, ждите новостей, ждите новинок. До свидания, до новых встреч.